Мы идем смотреть новый дом, который совсем недавно построили на Ломаи. Он двуспальный, при этом его строили под себя. У него совершенно другой дизайн и интерьер помещения. Вы видите перед собой телевизор, аудиосистему. Телевизор останется, аудиосистема нет. Она принадлежит хозяину, он заберет ее с собой. Также вы видите комфортный диван и две спальни. Заходим в первую спальню. Мебель новая, свежая. На окнах есть москитные сетки. Вот. В каждой спальне есть кондиционер. Также есть балкончик. Вот. Есть замечательная, еще один замечательный балкончик. Вот он. Теперь пройдем на кухню. На данный момент здесь живут люди. Но когда люди уедут, они оставят все за исключением микроволновки. Поэтому газовая плита, посуда, ножи и прочее останутся здесь. Холодильник очень хороший. Так, пойдемте посмотрим, как выглядит вторая спальня. Вторая спальня выглядит так же, как и первая. Все хорошо, все новое, кровать хорошая. Есть мебель. Отлично. Так, как выглядит ванна? Что хорошо, в ванной есть поддон. То есть вода не будет расплескиваться по ванне. Цена, думаю, 25-30 тысяч на низкий сезон и 35 тысяч на высокий сезон. Мне здесь очень нравится, я рекомендую рассматривать этот вариант. Здесь очень много плюсов. Недалеко от моря, минут 10 пешком. Рядом есть Макро, где можно купить все необходимое. Отличный современный дом. Депозит на бронирование 15 тысяч бат. С вами был Лев из компании Балтимор.